Рано утром и без предупреждения, чтобы застать должников дома, приходят судебные приставы. Очередной рейд стартовал в 6 утра. Первого адресата в квартире не оказалось. Задолженность мужчины составляет более 50 тысяч рублей. Второй адресат – должник со стажем. Однажды уже получил наказание в виде исправительных работ. В этом году денег своему ребенку еще не перечислял. Долг накопился изрядный – 450 тысяч. Сейчас бывший прокурорский работник нетрудоустроен и воспитывает еще одного ребенка. Аня, привет. Тебе тут привет пришел. И хотят... Да вот приставы к тебе пришли. Вот хотят они за счет Мишки, Машкирина, ты выплатить. Как ты на это смотришь? Приставы решили имущество изымать. На глаза сотрудникам в погонах попался пылесос, микроволновка и планшет. Изъятию подлежат те предметы, собственником которых признан должник. Кто покупатель? Ничего нету. Какие документы? Вот здесь. Обычная стандартная инструкция, которая ничего не говорит. Бытовая техника будет доставлена в службу судебных приставов, если до конца дня должник не предъявит документы о том, что покупки ему не принадлежат. Товары будут проданы и средства зачислены в счет погашения долга. Многие злостные нарушители официально не трудоустроены, и процесс получения денег затрудняется. Вручаем направление центра занятости для дальнейшего трудоустройства должника. Естественно, у всех должников в большом случае задолженность превышает 200 тысяч рублей. Принимаем меры к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты алиментов». И назначается исправительная работа сроком до 6 месяцев, либо заменяет на лишение свободы колонии поселения сроком до 2 месяцев. Мать-неплательщицу по третьему адресу застать не удалось. Женщина должна 8-летней дочери, воспитывающейся в детском доме, для детей с ограниченными возможностями здоровья порядка 600 тысяч рублей. Бабушка больного ребенка вниманию к своей персоне не обрадовалась. А что здесь еще камера? Я же должник. Закройте камеру на самом деле. Здесь что-то на... В исполнении у службы приставов находится 7 тысяч производственных документов о взыскании алиментов. Простимулировать к выплачиванию долгов, рассказывают сотрудники службы, можно только карательными мерами. Мария Смирнова, Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.